Всем приветики. Заметила вот на Xiaomi такая штука, что когда телефон подключен в качестве источника звука к колонкам, то перестает работать отпечаток пальца. Вон видно сверху подключены типа наушнички, на самом деле это колонки. Блокируем телефон, включаем экран блокировки, под прикладываем палец к отпечатку, к сканеру. Пишет, вы слишком быстро убрали. Не удалось распознать. Вы слишком быстро убрали. Хотя я прикладываю, держу, оно пишет. Вы слишком быстро убрали. Не, проведите для разблокировки. Вы быстро. Не удалось. Короче, не получается. И единственное, что можно сделать. Это разблокировать кодом. После разблокировки кодом я пошел в настройки. Хотел удалить все эти. Отпечатки, назначить заново. Начал удалять, а оно не хочет принимать, ну, удалило, начал заново, назначать, а оно не хочет принимать, вот, например, заходишь сюда, нажимаешь добавить, прилаживаешь, вы слишком быстро убрали палец, очистите сканер, повторите попытку, вы слишком быстро убрали, вот, только сейчас сработало, вы слишком быстро убрали, короче, оно не хочет, и в итоге... Я уже думал, что-то сломалось, ничего не получается, хотя вроде ничего не делал, не ударял, ничего. А оказывается, причина в подключенном, звуковом, в качестве, в слот, когда подключаешь для наушников что-то, случается такая вот штука. Отключаем вот сейчас. И блокируем. Все, оно сразу разблокировалось без проблем. Еще раз блокируем. Включаем экран блокировки, нажимаем. Все, без проблем. То есть даже такая вот мелочь может стать причиной, и можно вообще запариться. Я сразу испугался, думал, что-то сломалось. Оказывается, нет, ничего не сломалось. Просто, такой косяк у Xiaomi, что он, когда подключаешь к нему колонки, начинает глючить. И ты думаешь, что что-то не так, на самом деле все норм, просто он такой вот сам по себе. Вот как-то так. На этом все, всем покедово.